Улицы шепчут мне о гонках, где побеждает самый неожиданный претендент, где лучшие гонщики совершают непростительные ошибки и сдают заезды. Но что вы скажете, если они случаются несколько раз подряд? В Вестсайде, потом еще раз в Бумвилле и еще раз в Лейксайде. Что-то неладно в нашем городе. И я, ваш куратор, выясню, в чем дело. Есть одна идея. Познавать такие? Ладно, слушай, не служба, а дружба. Ты знаешь мою любимую химчистку? Забыл название, но думаю, ты помнишь. Заберешь мой костюм? Спасибо. Правда, спасибо. Извините, босс. Я тут. Близко. Близко? Ладно, деловой. Сейчас первое испытание. Победишь, поболтаем. Пора провернуть то, что я называю гамбитом черепахи и зайца. Вы идиоты, даже с гольфкаром вы не справитесь. Да! Ладно, ладно, неплохо. Может, дому пригодятся такие ребята. Чем лучше гонщик, тем убедительнее проигрыш. Вы знаете, что я гожусь для дома. Может, а может нет. У тебя одна победа, вдруг случайно. Я тебя записал еще на одну гонку с серьезными соперниками. Вот если там себя покажешь, будет о чем говорить. Будет сделано.
Ну вот, победишь, получишь шанс погонять для босса. Дорогу! Черт! До встречи, лопух! Слишком близко! Медленно едете, ребят. Я ни одного из вас не пропущу. А я что говорил? Я опять выиграл. Ха. Ладно, водить ты умеешь. Мы дадим тебе новую тачку, будешь выглядеть солидно. Навара устраивает на улицах новые порядки. Если сработаемся, станешь их частью. Но дом — это бизнес. Не забывай. Постараюсь. Хорошо. Добро пожаловать в дом. Навара, я по твою душу. Доброго вам пути, гонщики. Это ваш куратор. Я напоминаю вам, что улицы ждут вас. Зачем сразу мчаться на очередную гонку? Покатайся по Сильверу, заработай очки в разных заданиях. Здесь есть достаточно мест, где можно развлечься и заработать репутацию.
моей спиной? Что? Нет, конечно нет. Шучу. Я знаю, ты никогда на такое не пойдешь. Что я в тебе люблю, это честно. Вот что, я слышал, дом устраивает пробные гонки по городу. Осторожнее там, мы не хотим, чтобы Наварра узнала тебя раньше времени. Как скажете, босс. Надеюсь, тебе понравилось быть королевой, Лина. Сегодня твой шулерский бизнес закончится. Ну что, добро пожаловать в большую игру. Надеюсь, тебе новая тачка нравится, а? Твой позывной гремучник. Оставайся на этом канале, делай то, что говорит босс, и в накладе не останешься. Гремучник. Понял. Гонщики дома, внимание! Начинаем работать. Сегодняшний победитель — король змей. После половины дистанции путь ведет. Приятно вернуться на прежнее место. Пора сокрушить Навара. Интересно, и который же из вас король змей? Да неважно, я вас всех сделаю. Эй, ты думал, я за тобой не смотрю? Я знаю, что ты делаешь, и об этом уговора не было. Я говорю, когда разыгрывать карты, не забыл? Мне надоело ждать. Теперь я совсем разберусь. Король змей, скоро половина дистанции. Покажи, на что способен. Выходи в лидеры. Давай, Тайлер. Нельзя дать выиграть королю змей. Знаешь что? Ладно, бери эту победу, радуйся. Но потом, чтобы духу твоего не было. Ты мой туз в рукаве. Таков план. Я не знаю, кто ты, гремучник, но ты об этом пожалеешь. Твоей афере конец, Наварра. Тайлер Морган? Вырвусь вперед на последней минуте. Что такое, Уир? Наслаждайся победой. Но помни, ты мне нужен живым. Все кончено, Лина. Твоя выходка дорого обошлась многим людям, Тайлер. Ты пошел против дома. Этот город наш, и улицы тоже, и все гонки, все ночные заезды, все ралли по бездорожью. Дом всегда побеждает. Ха, только не сегодня. Мисс Наварра, здесь нельзя. До встречи. Он не должен вернуться домой. Приведи мне Моргана. Не дай ему уйти. Тебе ясно? Будет сделано. А, ты идиот. Дом из-за тебя рвет и мечет. Хорошо. Нет, ничего хорошего. Плохо. Ты мне нужен живым. У меня на тебя план. Бросай полицию и езжай ко мне. Эх, Таня, ты смог стать человеком. А ты пошел против меня. Это ты пошла против нас, Наварра. Я только разогреваюсь. Лучший гонщик города. Такой наивный. Не зря ты теперь идеальная мишень.
тебе некуда бежать. Это наш город. Ставки слишком высоки, чтобы оставлять тебя на воле случая. В гонку. Нет воли случая, потому-то ты их и подстраиваешь. Думаешь, ты меня остановишь? Чего так долго? Прошаренный парень, но мы его возьмем. Уж пожалуйста, это же ты его привел. Пока! Свали отсюда! Свали ты! Все, отъездился. Чего ты там вытворяешь? У меня дел по... Но прости, я тут занят. От бандитов уезжаю. Не извиняйся, а отрывайся от них. А, все! Меня тоже вырубили! За ним кто-нибудь едет? Кто-нибудь? Да вы точно шутите. Вот и все. Все, я оторвался. Отлично, отлично. Посылаю твои координаты. Почти на месте. Да вопора, у нас много дел. Мне все равно. После сегодняшнего Навара ни один букмекер не поверит. Ты так думаешь? Какая ты прелесть. Тайлер, они все ходят под ее босс. Ей не нужно их доверие. Я найду способ. Способ есть. Это я. Представь себе город, где риск — это иллюзия, а все ставки подставные. Вот чего хочет дом. И ради этого они готовы на все. Я стритрейсер. Меня это никак не касается. Что? Нет, нет. Тебя это еще как касается. Еще как. Их главаря зовут коллекционером. И у него одна страсть. Машины. Слышал когда-нибудь про бандитскую гонку? Главная уличная гонка страны. Да, да. И дом подстроит ее полностью. Шишки ставят на нее миллионы, а дом получает долю. Сегодня была проверка, и твоя выходка навела меня на мысль. И? Слушай, я видел, как ты водишь. Ты лучший гонщик в этом городе. Нам нужно лишь пропихнуть тебя туда. Выиграй бандитскую гонку и дому, и Наварро придет конец. Разрушить дом? Да. Это не моя война. Спасай свое казино сам. Это ведь твои улицы, так? Значит, твоя война. Как думаешь, куда они двинутся потом? Давай, Тайлер, пора. Морган, ты сволочь! Они знают, что я дал тебе их номер, я же поручился! Такие, как ты и я, для них просто пыль на асфальте. Они половину банд из города выгнали, потому что те не стали сотрудничать. Думаешь, испугаются тебя? Должны бы.
вместо этого ты подвела кучу народу. Не хочешь объяснить? Я уже разобралась. Согласен. Отлично, отлично, отлично. Собирай команду. Отлично проехал, друг. До встречи. Давай, Мак. Надо, надо. Натяни улыбку. Котик, привет! Я смотрю твой канал. Я хэштегер. Селфи с тигром. Друг, давай, давай, надо. Вот так. Давай, не надо порычи. Селфи. Круто. Садись в машину. Это что за чертова музыка? Хэштайгер ведет прямое вещание из хэш-мобиля с дрифтмастером МакКаллистером. Расскажи нам про дрифт, Мак! А, ну, да это просто. Разгоняешься посильнее, потом резко поворачиваешь. Вот, посмотри. Наберу еще больше просмотров. Всю ночь так могу! Ну вот, пожалуйста. Давай еще раз, только реально, чтоб жестко. Слушай, я... Клиент всегда прав. Ладно. Знаешь что, пройдем по любимому дрифт-маршруту. Отлично машину затюнил, кстати. Жечь на ней резину вообще ништяк. А, затюнил? Да, угадай. Машина была уже подготовлена для дрифта, когда ты ее купил. А где ты вообще так водить научился? Ладно. Я рос в Истринской бане, тачки украли. Научился по воротам ходить в дрифт, так быстрее. Ну, да ты серьезный парень прям. Прошу, не надо. Ты поэтому и приехал в Америку? Скрыться от криминального прошлого? Что? Да не, ну что ты? Это страна внедорожников, масса каров и открытых дорог, брат. Лучшее место, чтобы начать все сначала. Похоже, у тебя получилось. И скоро ты станешь у меня знаменитостью. Ага. Если везет, то везет во всем. Дашь продвинутые советы по дрифту нашим тигрятам? Кнопка для дрифта у тебя же есть? Ага. Есть, конечно. Просто жму на кнопку. Постоянно играю.
Давай, давай! Это не так круто, как я думал. Я только начинаю, слышишь? Вот и все изящество. Вау! Я сейчас... Вау! Я просто лучший. Никому не удастся. Зря. Я это сказал. Ты сказал, что жестко. Клиент всегда прав. Останови машину. Останови машину. Эй! Ну что, господи? Достаточно жестко. Талер, это ты, брат? Привет, Мак. Давно не виделись. Полгода без старой команды. Тяжело. А то и не знаю. Мак, я это... Тут работа есть. Выпустили тебя? Ты ж знаешь, я только за. Уже согласен? Скучаешь, да? Очень скучаю. А джаз будет? Я над этим работаю. Эй, Мак, ты снял, как я блюю? Работай быстрее. Опаздывайте. Не люблю ждать. Что? У нас тут ограбление! А! Джимми! Черт! Надо сваливать отсюда! Сразу договоримся. Вы платите за двух человек, сколько бы ни выжило. Черт! Я знаю одного парня. Подожди! Мы не сможем! Да ладно, мы же веселимся просто. Внимание всем патрулям! В районе казино возможно ограбление. Отправляю машины. Миллер, ты что, правда это делаешь? Джесс, это Тайлер. Есть минутка. Тайлер? Эй, на брезенте лежи. Если запачкаешь кровью сиденье, я богом клянусь. Привет, Тай. Прости, сейчас не время. Подожди, у меня есть план. Полгода от тебя ничего не слышно, а теперь ты первым делом что-то хочешь? Джесс, я... Тайлер, правда, я немного занята. Подтверждаю ограбление в районе казино. Машина черная Audi. Один из преступников, возможно, ранен. Машина ранее направлялась на север на Кулич-стрит. Я Адам 25, подтверждаю, веду наблюдение. Черт возьми, Тайлер, я же сказала, сейчас не время. Да, Тайлер, какого черта? Тай. Привет, Джесс. Мак, я смотрю, Тай совсем отчаялся, раз тебя в это впутал. Нет, ты меня знаешь, я так не рад. Ты начнешь рекламировать план Тайлера? Нет, я на твоем месте не соглашался. Он хочет пойти против Лины. Лины? Она сейчас дома. Ну, вы, блин, даете. Нет, без меня. О, долго еще? Не плачь, мы почти приехали. Черт, уже? Да ты и правда мастер вождения! За это вы мне и платите. Скажи, что тебя прислала Джесс. Он тебя подлатает. Повторяю, подозреваемых видели в черной Audi. Сообщайте координаты по радио. Я Адам 35, подозреваемый на севере Карсон-стрит. Вас поняла. Отправляю дополнительные машины. Дай мне Мака. Слушай, Джесс, план безупречный. Нам только нужна... Да, Лина и дом сразу? Дай мне Мака.
Не можешь держаться, да? Тебе интересно? Этот план, насколько он безумен? Абсолютно безумен. Погони, трюки, безумные ограбления. Не для тебя, в общем. Лина в одиночку нас наколола 6 месяцев назад. А теперь ты хочешь сделать и ее, и весь дом? Смотри, что стало с Равом. В этот раз будет все по-другому. Мы втроем. Мы можем победить. Старая команда снова вместе, да? Возвращайся, Джесс. Давай это сделаем. Скажи ему, что я подумаю. Машина подозреваемого направляется на север в Либерси-Дезерт. Я Адам-1-12, уже в пути. Обнаружил черную Ауди и веду погоню. Прошу подкрепление. Вас поняла. Отправляю дополнительный экипаж. Я для вас, ребята, построила эту тачку. Потанцуем? Ривейный протаранил меня. Патрульным машинам остерегаться столкновений с объектом. Прижимай его. Диспетчер, сильный удар. Говорит А-13, у нас отказал двигатель. Прекращаем погоню. Ясно. Едет на юг по магистрали А-34 Эмбер Вэлли. Принято. Нарушитель движется на запад по кольцевой Сильвером. Боже, живой или мертвый брать решили? Попытаемся прижать нарушителя. Диспетчер, машину не видим. Не видим. Внимание всем, визуальный контакт с нарушителем потерян. Нарушитель направлялся на восток через Сильвер Рок. Я Лепкин 30. Моя машина сильно повреждена. Ехать не может. Нужен новый лидер. Я Адам 1-13. Мы теперь ведущий экипаж. Ясно, поняла. Машина. Джесс, привет! Я насчет твоего глупого плана. Он не... Да. Давай встретимся. Ты где? Тупее плана я в жизни не слышал. Я от дела за такого дерьма отошел. Лучшая команда в городе всегда выдвигает гонщика на гонку. Нам нужно победить все команды Сильвер Рока, и я в деле. Макс справится с оффродом и дрифтом, а я с остальными. А что насчет дома? Они следят за всеми делами в городе. Вот тут на сцену выйдешь ты. У них будет железный план. Свяжись с преступным миром и узнай, что за план. И мы его разрушим. Значит, выиграть гонку и смотреть, как рушится дом, пока мы считаем деньги. Просто! Слава, богатство. Лина Наварро получит по заслугам. Вы, идиоты, без меня сразу убьетесь. Я с вами. Да! Раф? Ты же знаешь, что без чудо-инженера мы как без рук. Сколько ж в тебе
Раз вы так влипли, я тоже с вами. Можете пользоваться гаражом, только есть пара условий. Во-первых... Уау! Команда снова вместе! Спокойствие. У вас хоть машины есть, чудики? А я свою... Свою типа потерял. Дело было верное. Серьезно? За гаражом есть машины. Клиентов, должников. С кем я работаю? Старый добрый Бьюик GNX 87 года. Крутая машина. 30 лет прошло, а она прет до сотни за 6 секунд. Mark One Golf GTI. Машина, начавшая тренд хот-хэтчей. Она и сейчас очень даже. S2000. Дань уважения Honda Roadster'ам 60-х. Чтобы увидеть, что она может, раскрути движок VTEC до 9000 оборотов. Ты же вроде только тюнишь их немного. Так, вот сейчас ты заработал себе взбучку. Как тебе разгон до сотни? Неплохо. Посмотрим, хватит ли этого, чтобы сохранить за тобой лидерство. Шулера или в тюрьму. Ну что поменялось? У него были планы, но я убедил, что мои планы лучше. Вот результат. Ты знаешь, я покончил с этой жизнью. Мы неплохо позабавились, но я механик. Я тут приработал. Она нас обманула, Раф. Ты не хочешь, чтобы ее остановили? Да я... Ты ведь не поддаешься, да? Не поддавайся! Не буду. Ты же понимаешь, что Навара это не остановит, а? Кто знает, на кого она работает, кого представляет? Знаешь, еще не было так, чтобы кто-то пошел против дома и победил. Ха, все бывает в первый раз. Ну что, возвращаешься в гараж? Мастерство всегда побеждает мощность. Эй, Мак, вы куда там исчезли? У Рава не было того, что нужно. Поедем в автосалон, найдем тачку для оффроуда. Давай. О, да! Ты потянешь? Могу денег одолжить. Не, сестренка, не надо. Я сбережения взял. Какая тебе приглянулась, Мак? VRX STI. Мой личный выбор среди хот-хэтчей. Отлично рулится, но при этом задницей чувствуешь каждую ямку. Land Rover 110. Уу!
Свою форму они не меняли десятилетиями. И не зря. Эту тачку нереально ушатать. Вот теперь я должен тебя наказать. Кто первый до аэродрома? Ты едь по улице, я по бездорожью. Увидим, как до следу. А зачем ты этим занимаешься, Макс? Ты о чем? Мы заработаем нормально, плюс еще Навара завтра берет. Здорово, нет? Макс, я тебя знаю. Не все так просто. Утая личной комнаты, но ты же не такой. Если серьезно, Джесс, когда мы разошлись, у меня ничего не было. Подрабатывал понемногу. Иногда и для дома молодец. Мы рискнули и проиграли. Ты сделал то, что должен был. Приехать в Америку уже рискованно. И вообще, если точно знаешь, что победить, это не риск. У тебя свои дела, Джесс. Мы тебе не нужны. Зачем вписал? Кто-то должен преследовать за Тай. Он идет против уличных команд, чтобы попасть на невозможную гонку. Он золото циклен на Навара. Мы нужны ему. Так ты думаешь, у нас есть шанс? Когда все накрылось, от него полгода вести не было. Раз он вернулся, значит верит, что может выиграть. А я брата одного на войну не отпущу. Я так и знал. Ты по нам скучал. Слушай, Мак, я вам буду помогать, если вы увидите так. Я подписалась ради вас, а не ради куража. Я с тебя знаю, Джесс. Не удержишься. О, да! Скажу честно, я не думала, что ты сможешь. Ха, безопасно. Победы не добьешься. Поняла тебя. Но я уж лучше по асфальту. Спасибо. Ра, привет. Как все? Ладная у тебя тачка, Марк. Чего ты ее в гараж не привезешь? Скоро буду. Я для вас тут место расчистил. Можете ставить тачки, пользоваться чем хотите. Тюнингуйте их, красьте, работайте над стилем. Можете попробовать улучшить их. Вдруг выжмете из них еще чуток. У меня в мастерской лежат кое-какие запчасти. Только потом все на место положите. Ясно? Thank you.
Это место, где творится волшебство. Чем больше вы добьешься на гонках, тем больше будет доступно здесь. Стиль — это выражение себя. Что ты хочешь сказать своей машине? Что у тебя, Ра? В пустыне есть две команды, с которыми стоит попробовать. Первая команда — ночная смена. Главное там — Ла Катрина. Детишки с жаждой смерти и страстью к драматическим эффектам. Мак, вторая команда для тебя. Лига 73 — гонщики по бездорожью. За главного там какой-то гад по имени Уда. Они взяли моду гоняться по аэродрому, ломать мои прототипы. Ну, кто первый?